В Уфе поставили рекорд России по жиму лежа. На республиканском чемпионате тяжелоатлетов победителем стал уроженец Тольятти Эмин Мамедов, который со второй попытки поднял штангу с весом 430 килограммов. Как заявляют организаторы, вес в 430 килограммов – общий российский рекорд. А конкретно для стран-участниц Всемирной безэкипировочной федерации пауэрлифтинга является и вовсе мировым. Подобные соревнования в Башкортостане для этой организации стали первыми. Участники – 120 человек. Среди гостей – спортсмены из Самарской области, Татарстана и Удмуртии. В турнире состязались также юные атлеты и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.